Решение о создании улицы российского бизнеса было принято по инициативе горкома и правительства города Суйфэньхэ для стимулирования развития массового предпринимательства и масштабных инноваций. В настоящее время здесь работают 34 магазина и аккредитованы 19 российских предприятий. Основные направления деятельности – это бытовая химия, живопись и торговля морепродуктами. Для российских бизнесменов мы бесплатно предоставляем помещение на 3 года и 3 месяца, а также комплексный пакет услуг. Как видите, здесь работают отделения административных органов, управление торгово-промышленной администрации, научно-технического бюро, банков, юридического консалтинга и так далее. Таким образом, компания может получить лицензию на ведение коммерческой деятельности сразу же в день регистрации. Для аккредитованного бизнеса мы также предоставляем бесплатное жилье, чтобы российские предприниматели могли спокойно работать и зарабатывать.